Друзья, всем привет! Мы продолжаем наши уроки по покраске древесины. И сегодня у нас очень интересная тема. Для тех, кто любит белый цвет в интерьере, это будет полезно. Белый цвет – это классика жанра. Он очень хорошо сочетается с другими цветами. Помещение в белом цвете создает объемистость. Выбирая укромную краску в белом цвете на низких сортах древесины, вы столкнетесь со следующими проблемами. А именно, в низких сортах присутствует очень много пороков, таких как табачные сучки, сколотые сучки, вырывы на кромках и на пласте древесины мы можем также встретить. И все эти пороки при покраске в укромной цвет, а именно белого, это все будет наглядно видно, визуально это будет заметно. Если вы все-таки хотите белый укромной цвет, то будет ошибкой, если вы выберете низкие сорта. Вы не сможете закрыть полностью эти пороки, они в любом случае себя проявят. Желтым ореолом, пятнами. Это будет визуально видно, это будет некрасиво. Эстетически это будет плохо. На этот случай есть два варианта. Первый – это использование более высоких сортов, где минимальное количество сучков и пороков. Второй – это сделать лиссирующие покрытия, а то бишь с проявлением текстуры, где это не будет контрастом. За счет того, что текстура будет проявляться, все эти пороки, они проявятся, но они будут гармонировать друг с другом.